Так, если сейчас повезет, будет побег из тюрьмы. Я уже катал. Там надо вдвоем либо в мэрии натворить делишек, либо вдвоем на особняке переложить всех. Во, и сейчас, походу, уже начнется загрузочка. Ну, в особняке я раза три уже, короче, валил. А наш остальной отряд тупо не справлялся в мэрии, поэтому пробую сейчас пойти в мэрию. Ну, давай пригласим игроков с последнего ограбления. Тем более деньги 42 штуки. А, ожидание хоста. Ясно, понятно. Это с этими операциями, какие мы не можем выполнить, потому что команда у нас дебильная, блин, иногда вместе со мной тупо бабло просаживаю, а ни хера не зарабатываю, бля. Ну, хост, ёперный балет. О, пошла жара. Первый отряд должен убить пару прокуроров рядом с мэрией и забрать их бумаги. Второй отряд, не подняв шума, ликвидировать делового партнера Рыжковского и его охрану. Ну, это понятно, это я делал, а вот бумаги я еще не забирал. Надо будет бумаги забрать. Ага, у меня денег 42 штуки, $998. Это я на спецоперациях тупо все заработал. Ну, было бы больше, если бы я нигде не просирал ни патроны, не покупал там. Ничего такого. Ни оружие. Минимальный уровень 12 для этой спецоперации, я на 11. Не, он издевается или что этот хост, блядь. Ну, четвертый уже есть хост. О, все есть, пошла жара. Запуск сессии. Поеду я сразу на мэрию. Пускай те дебилы сами ловят. Товара Рожковского, как его там, короче. Ну, ёпта, бля, а. Да, команда мэрия. Ну, пускай будет аппарат. Так, готов, все. Давай, мэрия готова. Чуваки. Мэрия готова. Ой, блядь, вот в особняк дебил поедет. Хе-хе. Так, все. Гоу-гоу-гоу на мэрию. Сейчас заберем быстренько бумажки. Ёб ты, блядь. Что еще? Да стой, сука! Ебать! Да еду, еду, погнали. Нет, ты, блядь, нормально. Да ехай, блядь, на мэрию. Ого, вот это, конечно, глючит, пиздец. Ого.
Это весело будет, если будет так глючить. Ты шо ты, блядь, заебал водитель, сука, водитель диджей? Ебай, лучше бы я сам, короче, ехал, ну и он нахуй. Да тормози, да я, блядь, выйду, я уже не вынесу таких мучений, блядь. Да стой, сука! Я ебал. Ты маску одел? Ну, блядь, иди! Где? Ебать-то там же ж ментов, сука. Это интересно, это ж пиздец. Сколько ж их там, блядь? Минус. Хорош. А где? Остальные. Ох, сука, блядь. Ну нахер. Спускаемся, надо докумы забрать. Давай. Давай. А ебаный в рот. Ты шо, сука, не можешь их перестрелять, блядь? Давай, братан, давай, надо забрать. Твою мать, блядь! Не, ну чё, в принципе, нормас. Ну, блять, тут вертушка. Сука, пролетай. Так, вертушка пролетела. Нахеру всех, бля, вертела. Так, ну все, встречаемся в заданной точке, и миссия, в принципе, выполнена. Да тихо, блядь, убей меня еще тут за рулем нахер.
Все. Задание выполнено. Вот это было четко. От этого мне понравилось. И Fnatic платина, огонь. Все, 19 штук как с куста. Вот это четко. Это четко. Еще плюс 25 репутации и 12 левел. Вот так надо проходить задание. Почти гладенько, конечно, могли меня и припиздить. Если бы меня припиздили, надо было бы делать все заново. На мэрии легкотня, от этих копов только избавиться и все. Вот там, когда перебить телохранителей, я помню, мы с чуваком только начинали их перебивать, сразу же все палево, этот давай там на машину садиться по педалям, короче, и давай уваливать. Ну классно, что это выполнил четко.